Поводом к стихийным митингам послужили выданные в канун Нового года талоны на спиртное и невозможность что-либо на них купить. Но, повторяю, лишь поводом. Причина же крайне плохое снабжение промышленными и продовольственными товарами, резкое сокращение ассортимента продуктов на предприятиях общественного питания, бытовые трудности. В результате возникла социальная напряженность, а кое-где попытки создания параллельных органов власти. В этой обстановке с призывом к спокойствию, дисциплине, ответственности, в личных встречах и через средства массовой информации к свердловчанам обращаются руководители города и области, депутаты местных советов, народные депутаты, представители общественных формирований –